Следующий понеслась. G6 первый ход. На любой ответ G6. Занеси G6. Да. H5, H4, ладья H5. Да, давай, нормально. Только знаешь, что нужно сначала... Нет, Никит. Сначала коня. Вот видишь, нам коня на G4 дают поставить. Хорошо. Коня на G4. Дать D5. Ну, порвать, да, все это? Да. Нет, я бы так и в шахматы играл. Какой-то неправильный камбэк. Ну все, коня на G4. Коня. И, ну, провоцируем на H3, чтобы потом слон на G4 был мощнейшим. Ну, кстати, есть некоторый смысл. На H3 DE. Потом конь на F6 вернется. На H3 можно... Вот давай не будем играть... О, господи. Других ходов нет. Мы даже не можем его оставить по двоем, потому что... Так мы же слоном возьмем. Слон будет просто божественный. У нас божественная позиция для такого ребята. Просто, ну... Мы можем сыграть, смотри, на позиционное удушение по пунктам. Для Артема Капустина специально. H4. Вот, правильно. Ладья H5. Да нет! Ладья H5. H4. Ладья H5. Ну, куда? Нужно... Она пойдет куда-нибудь на A5. Нет, надо сыграть... Так. Так. Зачем? Теперь надо сыграть... Так. И второго сюда. Смотри, белые поля наши. И? Ну и все равно у нас похуже, наверное, объективно. Так нужно... Ну, Никит, мы не... Наш... Твой план не сработал. Ну я понимаю, да. Нужно но искать я... новый, я тебе предлагал, ладья H5. Интересная позиция, дай мне сыграть ее нормально. Слон F5. Слон F5, ферзь B3, он очень хитер. У тебя там ферзь D5 есть. Ну ладно, тогда. Значит, не так уж и хитер. Нам очень выгоден размен ферзей, ну я думаю, ты не сомневался. Нет. Не надо менять ферзей. Че размен всех фигур? Нам это позиция выгоден. У нас очень удобный перчень из-за того, что пешка H4 ограничивает. Что скажешь? Я с тобой не согласен категорически. Ну нужно уже пойти, не знаю, Е6. Даже меня не слушал. Е6. Ну Е6 же. Ну это не камбэк, это... Мы играем в шахматы. Да, только плохо почему-то. Это новая рубрика. Комментаторы плохо играют в шахматы. Отлично. Нет, смотри, какая тонкая идея. Можно коня сюда повезти. Тонкая просто невероятно, слушай. Ничего тоньше я никогда не видел. Я просто думал, там уже 4 какой-то. Поехали. Все, ты должен быть доволен. Мы рвем. Ты как где камбэк-то? Не, ну мы глупо рвем, это вообще не нужно было. Короче, ребята, это не камбэк, это тухлые шахматы. Нормально все. Смотри, какая интересная партия. Намного лучше, чем большинство камбэков. Ну где оригинальная идея? Оригинальная идея — развалить свою структуру. Ну пешки на G6 и E6, конечно. Ну, вышибаем тут. Только не надо ходить ферзь D4, не. Да. А ему придется так играть, потому что иначе он без слона. Ему придется бить пешкой. Зачем? Не, он другого мнения, лучше отдать слона. Оригинально. А, тактика, конь G3. Это не тактика, а размен ферзей. Нет, это тактика с выигрышем фигуры. Главное — это размен ферзей. Мне одной фигуры хватало. Ну вот, все отлично. Сейчас, смотри, очень тонко сыграю черными. Вот какой следующий ход, угадай. Ладья F7. Нет, не угадал. Вообще собирался ладья F7, да, но... Ладно, это был не камбэк, это... Ну, его надо.